Попечительский совет женского Веденского владычного монастыря вместе с насельницами готовится к самому знаковому со дня возрождения здесь монашеской жизни событию – великому освящению Веденского собора, которое состоится 4 ноября. Чин освящения совершит митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В процессе освящения собора совершается крестный ход по территории монастыря. И вот попечительский совет как раз помогает подготовить территорию вот к проведению крестного хода. К попечителям в день субботника присоединились члены Московской областной молодежной общественной организации по поддержке молодежных инициатив «Молодежный совет». Убирали территорию вдоль келейных корпусов, которые планируют реставрировать, с тем, чтобы эксплуатировать по назначению, обустроить кельи для сестер. Строительные работы сейчас в начальной стадии. Прежде чем подводить коммуникации и начинать реставрацию, территорию и сами здания нужно освободить от строительного мусора.